Одной из любимых книг в детстве была у меня повесть о настоящем человеке. И вот Алексей Моресьев, пример, который, казалось бы, канул в прошлое, а сегодня я о нем вспомнил, потому что то, что мы видим, это такая повесть о настоящем художнике. Вообще поразительно, какая бывает сила в человеке. Я, конечно, познакомился, когда он уже ослеп. И вот эти работы, то, что выставлены, вот глиняные, такой проект про денисовского человека, который он придумал, он у нас вставлялся с нашей выставкой Лены Нерба в музее Рарта в 2013 году, что ли. Там про денисовского человека придумана история, найдены артефакты, там пистолеты, лапти, там какие-то там детали, там кости какие-то. Но здесь не все представлено, но так большая часть. Но там нужно каждую работу читать. Каждая картина – это история, придуманная о чем-то. То есть они в основном все абсурдистские, они действительно навеяны Монти Пайтоном. Нужно приходить и смотреть каждую работу, изучать вообще творчество. Тем более, что как бы художники, они же как бы это, когда умирают, уходят, перестают выставляться, и как бы быстро все забывают. Мы тут помогаем людям вспомнить, напомнить о том, что такой человек был. Тут есть и обратное. То есть, когда художник не выставляется, считай, что он мертв, а когда ты его выставляешь, он, собственно, жив. И очень много художников, которые, казалось бы, да. Живы, но на самом деле нет. Да, и наоборот, те, которые казались, что умерли, и они как бы живы, эти, на самом деле тоже нет. Отец был художником-живописцем, очень известным и продвинутым. Его работы скупались, все выставки скупались целиком. Но потом, волею судьбы, он потерял зрение из-за сахарного диабета. И здоровье стало вообще ухудшаться. То есть сначала зрение, потом почки, потом гангрена. Пришлось ему искать новый выход творческой энергии, то есть слепой человек, естественно, живописью заниматься не может. Вот и было придумано заниматься скульптурой. Ну, не просто скульптурой, была выбрана такая техника, как гальванопластика. А поскольку у человека были еще литературные способности, и человек, он был иронический, было придумано делать скульптуры с предысторией, то есть юмористическая, такая в стиле Монти Пайтона. Сначала гальванопластика, потом дерево, потом использовался гипс, даже пластилин. Музыка также писалась, просто прозой он занимался. Вот, то есть человек не опустил руки, потеряв самое главное, что нужно художнику. И некоторые вещи приходилось ему помогать. Что касается цвета, что касается надписи, росписи каких-то на работах, все это под диктовку, так сказать, под четким руководством отца, то есть без особой импровизации, но да, я помогала ему делать.
Яков Витальевич, я опять вас застал с девушками, извините, даже двумя. Вы на выставку пришли или почему так потусить? Официально. Сначала Яков Витальевич, и тут же какую-нибудь шпильку. Я пришел на выставку, а девушки, они параллельно вне зависимости от меня. Ну, на них это произвело впечатление выставка? Думаю, да, особенно после того, как я рассказал про художника. Ну и работы сами по себе, они, конечно, выдающиеся. Но в связи с судьбой и жизнью художника, я просто хочу сказать, это очень символично, что вот у нас сейчас как-то сложилось так, что в городе идут несколько выставок с некроконтентом, так, то есть так или иначе направленные на смерть, а вот эта вот выставка, которая идет здесь, она полна оптимизма, и несмотря на то, что художник уже, художника нет в живых, он дал посыл к оптимизму, к жажде жизни, к творчеству в любом состоянии, к получению удовольствия в любом состоянии. Мы как раз и говорили с Николаем Васильевым о том, что есть такие живые художники, которые не выставляются, и уже на самом деле не художники, так они, как охотники с пьесы, свою славу охраняют ревностно. А вот есть художники, которых уже с нами нет, но они по-настоящему живые и актуальны. В этом парадокс? Тут нету парадокса. Дело в том заключается, что ведь мы не знаем, что было бы с художником, если бы он пожил бы еще, да? То есть, когда художник условно все сказал, ему нечего больше говорить, конечно, он живет тем, что он уже сделал. Значит, если художник скончался рано, то мы его знаем по тому творчеству, которое он сделал, и никто не знает, что бы было с ним дальше.